Солдаун сегодня здесь. Песня, являющаяся катарсическим моментом всей вашей ебаной жизни. Песня, ради которой вы жили все эти долгие года, страдали, терпели. Вот она. Зажгите фонарики, давайте, все вместе. Спасибо. Я счастлив, что вы сделали это возможным. Знали, что как появилось слово «рамен»? Ра – это бог солнца. И когда древние русы менялись с японцами, как бы менялись, японцы им платили лапшой. И как бы это было благословлено «ра». «Ра» – меняться. «Рамен». Это чья книга, ёпту? Так, друзья, вот вы кричали, да, Россия, но вот антихайпиков есть два вида, я считаю. И они недавно сошлись в батле. Это Стасай как просто и Александр Штефанов.